Че это вы раздеты, Антоша? А ну-ка быстренько одеться. Ты что, сегодня прохладно, Антош? Давайте. Антоша, одеваемся. Что это за галопузики такие? Еще и босиком. Афоня, давай одеваться и обуваться скорее. Давай, заходи. Давай, давай, давай. Пошлите заходить. Борщ сейчас будем варить. Так, вот я уже все начистила на борщик. Томатная паста Сержаня купил, кубаночку, молоко, вафли еще купил, капуста уже вот такая вот большущая выросла, творог и сметану. Молоко? И я люблю молоко, и ты любишь молоко? Да. Так, у меня тут и весна на Заречной улице по телевизору, и капуста уже. И на телефоне здесь смотрю и решила, знаете, что сделать? Пока есть и клубника, и черешня, десерт Павлова. В общем, это будут такие пирожные. Я здесь взбила 4 белка, 100 грамм сахара, 100 грамм сахарной пудры и немного сока лимона. Вот, так что вот эту вот всю массу сейчас буду раскладывать и делать пироженки. Так, вот такое вот количество из 4 белков пироженок у меня получилось. Я их выложила из мешка с насадкой, с вот такой вот. И потом ложечкой чайной сделала углубление, чтобы потом сюда положить заварной крем с ягодами. Потому что желтки же остались, куда их девать. Так что вот это вот все теперь 100 градусов духовка. Примерно на час, но буду следить. И... дальше увидим, что будет. Где флажок взял, сынок? В магазине. В магазине? В машине? Да. У кого в машине? А маме. Так, ну что, вот такие вот пироженки получились с заварным кремом и с клубникой. Можно, конечно, мятой украсить, но я не думаю, что у нас ее кто-то будет кушать. Так что сначала борщ, потом пироженки. Мама, я понюхаю. Понюхай. Так, вот теперь будем кофе нашим десертом. Кто? Вилка? Вилку дать? Это йога челлендж. Сейчас я твои пятки не буду нюхать. А мне уже есть и такая коза, знаешь, какая? Самолет, да, он пока. Важный инструмент настройки всего организма на здоровый ритм. Но день за днем печень подвергается воздействию. Держи его крепко. Если печень не болит, она может... Смотри, надо погладить. Надо, чтобы он выстрелил. Угу. Давай, не надо, зайки. А ты да ты купил? Да. Это у тебя был день рождения, да? Да. А тата вам прибила. С трактором был торт, Афоня говорит. Мы видели, по-моему, в интернете. Да? Покажи Обаян. Марику игрушку. Обаян мы видели у вас. Да, это ж еще в том году подарили. Марику, дай. Скажи ему, это бинокль, скажи, надо глазками ой смотреть. Марк, скажи, ты какие-то игрушки принес, я такие не знаю. Да. Что с ними делать? Да, ну на баяне. Марик, ну если ты будешь баянистом, мы не будем рады. И соседи тоже. Это не машина, а что это? А Коня придумал себе игру. А, у тебя трактор, да. А у нас машина. Они разваливаются, да? Ну, вниз бывает это, крем. Кто пришел? Кто пришел, хлеб принес? Ой, да ты скоро догонишь Антошу. Не догонишь. Догонишь, догонишь. Он высокий будет. А ну! Догоню, да? Афоня, ну как тебе скотч? Нравится? Ужасно, да, Афоня? Плохо, да?
Давайте я вас застегиваю. Ого! Слушай, а давай я тебя возьму, ты вот так прыгаешь. Так. У Женьки, да? Марк, ты, по-моему, что-то не очень врубаешься. Не, он улыбается. Классно, слушайте, вообще, да, сынок? Сколько там, 5 минут 40 рублей, да? Да, 10 минут. Давай замкнем, пока Рома приедет, счетчик. Не надо! Не надо. Какой ты справедливый. Ты тебя там что во рту, Афанасий? Иди съешь, а потом... Ешь, а потом прыгать. Сядь и съешь, понял? Слушай, это вообще тема. Ну это как даже этот, как это, манеж, да? Поставил его, закрыл тут, да. И он тут что хочет, то и ну, делает. Ну игрушки даже положил, он вообще уже не прыгает сам. Классно. Да, ты еще снимаешь? Извини, потому стандартный, у тебя самый маленький. Много бегу. Не будешь больше бегать? Да. Почему? Заниматься. Да? А вам, ага, на шпагата надо очень. Надо бегать бак. Ваня, не на. Так, мы всех провели. Гостей дали зелени с собой в нагрузку. И сейчас собираемся на карате. Гриша сейчас пошел воды набрать и поедем. А она не там упала? Две надо. А, две деньги? Да. Две. Вот так. И крути. Да, я ж как не упала. Еще. Все. И где я попрыгун? Попрыгун они, дядя. Попрыгун. Так, купили крышечки. Паштет, таганирок. А ты знаешь, что чипсы надо есть? Отходи. Раз в месяц. Да? Мороженое же дедушка Лёня дал. Дедушка Лёня угостил он мороженым. Ой, папа, отлично. Мы только приехали с карате, и представляете, забыли это. Забыли бабушке с дедушкой сказать, что дали по пучку петрушки, укропа и кинзы нашей куме. Это Гришина крестная к нам приезжала. Вот. И так что сейчас я нарвала по пучку всего, чтобы был ровный счет, и отвезем им с Афонькой. Так что мы поехали. Ты соскучился? Вот, дедушка, смотри. Какая красота у родни в палисаднике. А у меня вообще же не чистый, родня. Не, ну вот эти, конечно, мне прям сразу Сочи, родня. Я хочу в Сочи. Хочешь, отсади, у тебя будет как там этот? Я уеду в Сочи. Да. А что ты это себе не посадишь? Да у меня же есть, родня. Он же маленький. Я же с дури его выкопала, он там где-то не принялся. Ну, короче, а тот, что принялся, он пока еще маленький. Опа, сразу на это. А ничего никто не сказал, Степ. Чтобы мы еще покосили. Все, едем домой, сынок? А где он сапоги делал? Какие сапоги? Ваши синие. Он с собой. А, ты с собой взял сапожки? Да, да. Ну, подожди маму. Знаешь, какой хозяин-то, а? Все забрал? Да. Так, ну что, длинные выходные закончились. Завтра детям в садик, в школу. Завтра мы еще хотим Антоху повезти, попробовать на танцы. У нас завтра набор в 10 часов. Музыкальную школу, директриса музыкальной школы набирает, директриса, директор, ну, в общем, неважно, я думаю, вы поняли, что это женщина, и она набирает детей с 6 до 9 лет, мальчики прям приветствуются, но не знаем, как Антошка себя поведет, потому что ему 6 только в июле, и не маловат ли он, поэтому, в общем, будем завтра все спрашивать, ну, он у нас прям просто танцует вовсю-вовсю, ему это нравится, но посмотрим, насколько это нравится педагогу, то есть
я знаю не понаслышке, что приводят детей, родители говорят, он у меня так танцует, и когда приводят, то с ним ничего невозможно сделать. Вот, поэтому посмотрим, насколько Антоха артистичен, пластичен, насколько он не будет стесняться и будет чувствовать себя в своей тарелке. Вот, так что завтра они вдвоем с Афоней поедут в детский сад, а потом я Антошку заберу, потому что мне кажется, что Афонька, конечно, расстроится, если он один поедет в детский сад. И потом его опять отвезу, чтобы их вдвоем забирали. А что еще хотела сказать? Поздравить вас с Днем России! Сегодня уже праздник, мы, правда, его никак не отмечали, но напишите, откуда вы, в какой стране вы живете и как вы отмечали День России. Мне кажется, это, знаете, вот эти длинные выходные, как 9 мая. То есть 9 мая, 10 на работу, и все уже 9 мая отметили 8 или 7, а 9 уже отходили. Поэтому у нас не было никаких отходников. Это были обычные дни, даже, можно сказать, рабочие. Вот вчера мы пропустили День района же, у нас День Динского района, парад, наш папа ездил, а мы вот не ездили, потому что у Гришки заболел живот, он сказал, но потом он прошел, ну, уже папа наш уехал на машине, на нашей, можно сказать, и я не поехала. И Гришка, соответственно. Но было бы интересно, там еще Стас Костюшкин выступал, и салют был. Я бы посмотрела, осталось, ну, не судьба. Я, кстати, вчера заснула вечером. В общем, пропустила вчера все самое интересное. Поэтому влог получился какой-то не алё. Вот, но вы, пожалуйста, напишите, в какой вы стране живете, с какой стороны нас смотрите. И как вы отмечаете День России вообще? Есть ли какие-то у вас традиции? Что-то у меня с голосом. Вот. А еще хотела сказать, чтобы я внизу оставлю на десерт Павловой рецепт. То есть сколько чего я клала, туда ложила. И очень вкусно получилось, очень нежно. Прям даже, наверное, еще завтра приготовлю. Посмотрим, может быть, в среду, когда молоко возьмем домашнее. В общем, все, всем до завтра. Всем пока. For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well, I ain't.